Так, ну что, господа присяжные заседатели, заседание продолжается. Как говорил пес Шарик из Простоквашино, сделайте, пожалуйста, умные лица, я на вас фотоохоту открываю. Вот такой девайс. Polaroid Supercolor 635 GL. Все, наверное, помнят 636, а это вот до него. Это даже, наверное, не 90-е годы, а именно год 85-й. Вот он, красавец. Это у меня уже пятый. Значит, это у нас 635-й. Значит, у меня еще есть 630-й. Что там у нас? 630-й. И три вида 636-го. Еще надо этот, как же он назывался-то. Ну, в общем, это такой вот узенький, только вспышка. Шестой будет коллекция собрана. Так-с. Так, все агрегат. Суперколор. Страшно подумать, сколько он на советские деньги. В отличнейшем состоянии. Ни пылинки, ни песчинки, ни царапинки. Чувствуется, мы не пользовались. О, красотища. Так, заслонки. Да, кто такую штуку имел? Так вот, картриджа нет. Фильм Polaroid 600. Америка, вроде как бы. Их много кто выпускал. Особенно 636-е. Что тут, священные надписи Мадам Китай? Нет? Нет. Polaroid. Такой красавец. Только на полку поставить. Хотя сейчас продаются к нему кассеты. Ребята выкупили название. В инициативном порядке фигачит. И новодельные полароиды, и кассеты к ним. Но кассеты уже на 8 фоток. Так что вот. Такое чудо. Моментальный. Тут это... А, без кассеты он не будет нажиматься. Пуск вот. Нет, это когда вспышка открыта. Нажимается. Так, так, нет. Это. Вот тебе и это. Хорошая штука. Так, плюс один. Итого сколько? 3, 4, 5. Английский. Так, инструкция от 636-го. Вот он, кстати, как 636-й выглядит. Ну, это уже это. Они вот, кстати, есть. Вот видите, отличаются. Лицевой. Даже есть вообще какой-то... Много вариантов оформления лицевой. О! Помещение 0,6-3,5 метра. На улице 0,6-1,2. Еще запах советского власти остался. Так, офисные центры фирмы Polaroid, Россия. Россия уже. Странно, фотик-то вроде как бы еще не Россия была. Так. Может быть, не от него.
Америка. Да, кстати, вот они тоже отличаются. Оформлением. Хочу посмотрим. Да, это оба 635. Есть такой. Есть такой. У меня 630 в таком кузове. Так что вот. А теперь глянем, что нам современность может предложить. А вот это новодел. Какие ребята делают. Фотоаппарат с моментальной печатью. Полароид. Ну, конечно, дизайн уже какой-то он. Вообще какая-то пластмасска. Игрушка какая-то. Никакой солидности. Если уж фирму-то выкупили, можно было клепать старого образца, так сказать. Цена 13 900. Да еще надо заказать. Так, это у нас что такое? А еще есть. А, аксессуары. Вот. Аксессуары. Картридж Polaroid Color Film. Для этого, для 600 серии, он подойдет вот для старого образца. Цена 2390. Стандартный комплект на 8 снимков. Для фотоаппаратов Polaroid 600 серии новой камеры. Площадь изображения 7,9 на 7,9 сантиметров. Поверхность глянцевая. Время полной проявки 10-15 минут при 21 градусе. Картридж имеет встроенную батарейку для питания, вспышки и прочих узлов для фотоаппарата. Это, да? Так, 2400. Это разделите на 8, сколько же фотка-то получится. Вот все-таки кому-то вот хотелось возродить. Такой вот есть. В таком дизайне. 14 тысяч. Неужели есть сумасшедшие покупают, а? Такой есть махонький. Тут уже как, по-моему, так, в парной печати. Что печатает, непонятно. Ну, на своей картридже. Да, тоже в разных этих. Ладно, бог с ним. Это все бред. Вернемся к нашим антикварным вещам. Что-то нету. Так, Polaroid. Где же оно было? Так. Какой-то тут сайт есть. Так, давайте вот так. 636. Ладно, удалил я его, что ли. Ну, короче, там это... Такие цены. Давайте на мешке посмотрим. Сумасшедшие ты. Вот 100 рублей, это правильная цена. 150. 200, 250. О! А какой яркость? Вот это сейчас вам показывал. Там одна...
дама 7000 поставила. Еще возмущается то, что я в ценах ничего не соображаю. Ну, тут все 636. Ну, в общем, 300-700 вилка. А там у них 636 где-то 3500. О, 3 рубля. Сотой серии. А вот они, закладочки. 636, да, 3000. Он шестис, это 600-й. Он 7000, да, она правильно права. Так что за полоску вот какого хочу, вот такой. Импульс. Да куча. Будет полная кучка. Кучки три штучки. Тоже в пределах 500-1500. Так. О, ну еще даже такие были. Такого. А вот я про что говорю. Вот. Даже цветные есть. Это самые дорогие. 7 рублей. Значит, все правильно. Тогда вот он. 600-й. Ну это 600-й. В общем, все по 6 рублей. 645-й. Так что вот они какие были. Всяких цветов. Ну цвет. О! Импульс. Ну-ка давай сюда. А 12000 тиквариат. Да. Дороговато будет все собрать. 650-7. Так что такие цены. Ну, в отдельные вообще они. Как-то не очень. Да, вот, что я купил за 400 рублей. Тут у них на сайте. Ты будешь включаться, нет? 7000. Вот он, родимый. Вот, 635-й. Суперколор. Так что считай за даром. Да, еще и доставка. 7 с лишним. Ну, такие. Такие цены. Коммерческие. Но на Авито можно найти в разы дешевле. Так что вот. Коллекция пополняется. Красота. Кто такую штуку имел в советское время, то вообще это, не знаю, это король или кто. Хотя прикольно будет и сейчас. Но 2500 платить за 8 фоток, это, конечно, перебор. У нас тут финансовый кризис, нам не таких излишеств.
Как-то так. Продолжение следует. Будем искать импульс. Может, еще что подвернется. Продолжение следует.